Алла Пугачева уже почти 2 года проживает за пределами России со своей семьей, но ее самочувствие оставляет желать лучшего. Многие из тех, кто знаком с певицей лично, уверены, что она не хотела уезжать из страны. Давняя подруга Аллы Пугачевой и ее портниха Любовь Аксенова случайно выдала журналистам самый большой личный секрет певицы, что называется, сдала с потрохами и ее, и супруга Максима Галкина. 2-й год Алла Пугачева с супругом Максимом Галкиным и детьми мыкаются по заграницам после того, как сбежали из России, облив и страну, и народ словесными помоями. Фразу про рабов и холопов певицы русские не простили до сих пор, как бы она ни уверяла всех в обратном. А ее супруг, иноагент Максим Галкин, так и вовсе не стесняется признаваться на своих концертах в том, что собирает деньги на Украину, лжет про русскую армию и про власти России, и на родину возвращаться не собирается. При этом семейная пара не сходит страниц СМИ, попадая то в один, то в другой скандал. На днях Пугачева посетила один магазин в Кипре и стала невольной виновницей неприятности продавщицы магазина. Хозяева магазина сделали своей сотруднице строгий выговор за то, что та долго находилась возле одной покупательницы, не обращая внимания на других клиентов, и даже пригрозили девушке увольнением. А теперь давняя подруга Пугачевой и ее портниха Любовь Аксенова выдала журналистам самый большой личный секрет певицы. По ее мнению, на эмиграцию певица решилась из-за детей. Да ну его того Галкина. Как она могла детей бросить? Алла считает, что отец есть отец, и он должен воспитывать детей. Мало ли, что с ней завтра будет, с кем дети останутся. Вы думаете, она верит в свое долголетие? Не очень верит, у нее куча болячек, сказала подруга Пугачевой. С Галкиным, судя по словам портнихи, тоже не все гладко вышло. Она считает, что с юмористом Пугачева связала свою жизнь лишь потому, что тот ее очаровал. А сам шоумен, как считает Аксенова, мозги запудрить умеет, как никто. Да потом еще и история с детьми получилась. Портниха выдала и еще один личный секрет Пугачевой, который та от всех скрывает. «При всех она крутая, но это все показное, чтобы от нее отстали», сказала Любовь Аксенова. Аксенова уверена, что за границей при Мадонне живется совсем не сладко. Алла Борисовна скучает по родной стране, а также ее беспокоят проблемы со здоровьем. Портниха охарактеризовала певицу как трепетного и душевного человека. А что думаете вы, уважаемые зрители, по этому поводу? Пишите свое мнение в комментариях. До скорой встречи!